Как пользоваться мобильным приложением для оплаты проезда в общественном транспорте, решили научить студенты-пиарщики красноярцев. Чиновники решили, что пока далеко не все знают, как им пользоваться, поэтому студенты СИПГАУ помогли им. 3 дня они будут ездить на автобусах, трамваях и троллейбусах и объяснять простой алгоритм работы приложения. А заодно снабдят департамент транспорта данными, в каких машинах не хватает наклеек со штрих-кодами или, например, кондукторы еще сами не освоили это приложение. Сегодня волонтеры уже поработали в 2 трамваях, в 2 троллейбусах и на дюжине автобусных маршрутах. Они будут ходить в автобус, рассказывать людям о том, что есть такое приложение, есть возможность оплаты через телефон, показывать, как его можно установить, как нужно оплатить, привязать банковскую карту.